И еще немного о мигрантах, на этот раз трудовых. Омская полиция накрыла целый нелегальный цех по производству палочек для еды. В нем работали 12 китайцев, которые там же и жили. Документов, подтверждающих, что они находятся на территории России законно, у граждан КНР не было. Судя по видео, которое опубликовали полицейские, производство было внушительным. Несколько мешков уже наполнены столовыми приборами. Сейчас принимается решение о депортации китайцев на родину. А предприниматель, который нанял иностранных граждан, скорее всего, штрафуют. По решению суда с него могут взыскать до 800 тысяч рублей.